подъезжали к поселку Нижний Бестях, и где-то вот недалеко от поселка мы увидели то, что автомашина УАЗ и автомашина КамАЗ столкнулись. И то, что ну, было двое выживших, которым мы ну, незамедлительно начали оказывать первую помощь, меру наших возможностей. Слава Богу, то, что с нами был квалифицированный врач, который подсказал, что, как и как быстро надо все делать. Слава Богу, что вот три жизни нам удалось спасти. А те остальные, которые остались в машине у вас, салон автомашины был уже, к нашему подъезду был полностью охвачен огнем, высотой в 3-4 метра. И с теми средствами, которые у нас были, бороться с этим огнем было бесполезно.